сказка. Это песня... Дидактический рассказ. Для тех, кто... Для детей, которые не понимают, что такое дидактический, скажу, что это нравоучительное повествование. Да, это дидактическое повествование под названием «Крот и павлин». Это посвящается двум неизвестным сказочникам подобного рода, я имею в виду, как вот то, что я говорил, Евгению Гришковцу и Хельге Потаке. Если кто знает, то можете порадоваться. Значит, музыка, использованная в этом стихотворении, музыка Геннадия Гладкова, известного композитора, музыка из известного мультфильма «Крот и павлин». Ночь пройдет,
землю копает, а павлин крадук кричит и зерна клюет. Однажды павлин крадук кричит: а пойдем посмотрим, как Коля живет. И стал крот ход рыть, а павлин следом ползет. Вот они уже и в дом прорылись, глядят, а Коля маму закапывает. А мама кричит: и по делам, крикнул павлин крадук, а крот только и промолчал. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пока ненастное солнце зайдет. Thank you.